beszélni, én már igyekszem úgy fordítani, hogy mindenki ezt nem mondja. Добрый день. Добрый день. Рада вас слышать. Mindenkit örül, hogy itt vagytok. У меня к вам один вопрос. Не устали? Нам хорошо пока. Прекрасно, потому что в ближайшие полчаса мы с вами проведем в удовольствии. Következő fél óra az nagyon nagy pozitívság. Мы с вами говорили в первой половине дня о здоровье. Először ugye az egészségről beszélünk. А сейчас мы будем говорить о красоте. Most pedig az egészségről fogunk beszélni. И дело в том, что тема красоты, она актуальна для нас, для всех, в каком бы возрасте мы ни находились. Hát ugye a szépség témája az aktuális minden korosztály számára, a szépség megőrzés témája. Сегодня это не есть тренд нашей современности. Ugye ez egy jelenkori trend. Потому что тогда, даже когда мы устраиваемся на работу, még akkor is, hogyha itt van egy munkahelyre szeretnénk elhelyezni, нас оценивают, как мы выглядим. Az alapján döntenek, hogy наше лицо – это наши визитные карточки. Az arcunk, az sokszor a jegyek. И мы должны абсолютно в любом возрасте выглядеть максимально привлекательно. És minden korban максимálisan szépnek kell lennünk. Меня уже представили, меня действительно зовут Голдин Татьяна. Engem tényleg valóban Golden Tatjanának hívnak. Мне 46 лет. 46 éves. У меня трое сыновей. És három gyerekem van. И вы меня понимаете, что молодость сейчас для меня действительно актуальна. És érthető, hogy mennyire fontos számomra a fiatalságom megőrzése. Поэтому, милые женщины, дорогие мужчины, я вас хочу окунуть в мир красоты. Így kedves vendégeim, szeretnék bemutatni a szépség világába szeretettek bevezetni. Безусловно, для того, чтобы сегодня поддержать свою молодость, если мы подходим со стороны косметологии, ugye a kozmetológia oldaláról köszönítjük meg a szépséget. У нас на рынке есть огромное количество предложений. Rengeteg ajánlatot kapunk a piacon, a szépségápolási piacon. Можно сделать операционный лифтинг. Lehet műteni az arcunkat. Можно сделать инъекции. Lehet инъекциозный. Можно поработать с аппаратами. Lehet különböző gépi kezelés. Но мы с вами каждый день используем косметические средства. De mindannyian minden nap különböző kozmetikai termékeket. Это для нас привычно. Ez számunkra teljesen. И вот вопрос, как сохранить свою молодость с помощью косметических средств. És most ugye az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megőrizni a fiatalságunkat a kozmetikai termékek segítségével. A самый главный вопрос для нас, как клиентов, de a legfontosabb kérdés számunkra a vásárlóként, самый актуальный, a legaktuálisabb, как в этом изобилии товаров, hogy ebben a rengeteg választék, выбрать именно то средство, hogyan tudjuk kiválasztani azt a terméket, hogy maximális eredményt kapjunk. И еще мы за него заплатили разумные деньги. És mindemellett még jó áron is legyen. Потому что я всегда говорю, то, что мы с вами оставим в своем кошельке, mert én mindig azt mondom, hogy az, ami a zsebben nem érzem demokrát, azt el tudjuk költeni máshol. Тем более в преддверии Нового года. Ráadásul ugye karácsonyra költözik. Поэтому я хочу вам сегодня раскрыть, что нужно искать в составах кремов. Így szeretnék nektek elmondani ma azt, hogy mit kell keresni a kémekösszetételében. És szeretnék nektek bemutatni a csodálatos expert. Mert hogyha ezt a termékcsaládot fogjátok használni, mindig jól fogtok kinézni. Поработаем? Dolgozunk? Смотрите, дело в том, что кожа – это наш самый большой орган. Мы все это знаем. A bőrünk a legnagyobb szervünk, és ezt mindenki tudja. И есть единственная часть лицо, которое всегда открыто. És van egy helye a bőrünknek, az arcunk, ami mindig nyitva van. Мы можем сказать еще руки. Это мы. Зимой мы руки прячем в рукавицы. Да ты рано где кайсуют кузу. А лицо мы его не спрячем. А за арцом нас тренинг будет шоу. Поэтому если сейчас мы с вами утепляемся, а если мы покупаем одежду и утепляемся, что ты можешь тренинг это притягивать в эту магунку, то за лицом сейчас его надо тоже утеплить с помощью косметических средств. И это за арцом нам еще надо шема фоншу. Нам очень важно, чтобы активные вещества косметики работали на результат. Igen, az a fontos, hogy a termékekben jelenlő aktív komponensek azok célirányosan dolgoznak. És hogy tényleg nem érjünk el rosszabbul kinézni. И вот сейчас буквально чуть-чуть я нарисую одну схему.
Может, это работает эта схема? Потому чтобы нам было понятно, как устроена наша кожа и какие же активные, так скажем, вещества должны быть в составах кремов, чтобы крем давал нам результат. Ez azért teszik, hogy megmutassa nekünk, hogy miből áll igazából a bőrünk rétegei, és hogy milyen aktív komponenseket kell ahhoz feljutatnunk a bőrünkbe, hogy egészségesenek hason. No, мы с вами все со школы знаем, что наша кожа состоит из эпидермиса, дермы и гиподермы. Hát először ugye az epidermis réteg van, utána a hipodermis, és utána a... Да, на случай нас с вами интересует эпидермис и дерма. Jelen esetben az epidermis és a derma réteg foglalkozik. И вот чтобы эта картинка навсегда отложилась у вас в памяти. Ahhoz, hogy ezt a képet megjegyezzétek jó sok. Давайте представим, как будто это матрас. Képzeljük el ezt úgy, mint hogy ez egy matrac lenne. Верхний слой матраса, на котором мы с вами лежим, это эпидермис. A felső réteg a matrasznak, ami általában feküdni szoktunk, az az epidermis. А все, чем он наполнен, это его составляющие. És minden, ami alatta van, tehát a minden, amivel meg van töltve, az már a bőrünk alatti réteg, a derma. Мы с вами знаем, что эпидермис – это защитный слой кожи. Az epidermis, ez ugye a bőrnek a védő réteg. Его основная функция – не допустить никаких опасных ингредиентов. És a legfőbb funkciója az az, hogy ne engedje át a káros anyagokat a dermában. Он состоит из пяти слоев. Öt rétegből áll. Здесь зарождаются клетки. Ott vannak már a sejtek. За 28 дней поднимаются. 28 нап alatt emelkednek fel. И те два слоя, которые создаются, так скажем, мертвыми клеточками. És ez a két réteg, amiben a halott sejtek vannak. Halott sejtek. Ez az, amit elhalt. Да, и вот здесь вот очень важен, конечно, наш липидный барьер, чтобы был в хорошем состоянии. Это очень важно, что у тебя липид határок is nagyon jó állapotban. Мы должны с вами исключить из наших косметических и уходовых средств павы, которые могут, ну, как агрессивные павы. Агрессивные павы. Агрессивные ингредиенты. Tehát, hogy azokat az összetevőket kell mellőznünk, akik agresszívan tudnak hatni, ugye erre a lépésre. Почему? Потому что сейчас зимний период, холод, ветер на нас воздействует. Azért, mert a téli időszakban ugye nagyon sok olyan külső tényező éri a bőrünket, ami rossz hatással van. Мы с вами можем использовать какие-либо средства для снятия макияжа, где есть вредные, так скажем, агрессивные компоненты, которые иссушают нашу кожу. И как следствие мы видим с вами шелушение, покраснение, то есть мы уже не привлекательны. Поэтому зимой, конечно, мы защищаем липидный баланс. Но мы же с вами говорим о молодости. Нам же прекрасно сейчас рассказали о том, что молодость, она идет изнутри. És pontos hallottuk ugye a Lajos előadásában, hogy a fiatalság az belülről fakad. Так что же в нашем матрасе отвечает за нашу молодость? И так мне аз а кервиш, что ебен а матрасбан, ми аз а ми а фиатолшаг не керт фелел. Когда на нем нам комфортно спать? Когда он упругий? Ugye akkor kényelmes egy matracon feküdni, hogyha az összes rúgó jól működik. И тогда мы высыпаемся. És akkor ugye jól alszunk. Поэтому в дерме нам важны с вами коллагеновые волокна. Így a derma, ha a derma réteget veszük, akkor a kollagén szálak fontosak nekünk. Az elasztán szálak fontosak nekünk. Наполняемость нашего матраса гиалуроновой кислотой. Гиалуронсав, ами фертилти уя кет ретег козотти терет. Именно они отвечают за упругость нашей кожи, эластичность нашей кожи. И ezek az összetevők felelnek azért, hogy a bőrünk az mindig puha legyen és fiatal. И в дерме есть удивительные клеточки. Vannak olyan sejtek, amik fibroblaszteknak. Именно они запускают механизм синтезирования коллагеновых, эластиновых, гиалуроновых кислот. És ezek a fizikus összetevők segítik elő a
ezeknek a többi sejteknek a folyamatos működését, cirkulációját. Запускают, разрушают, заново запускают, то есть это процесс должен быть постоянный. És ez a folyamat állandó kell, hogy legyen. Ну что происходит? Мы прекрасно знаем, к 30 годам у нас процесс старения уже начинается. Ugye mindenki tudja, hogy 30 éves korunkra már az öregedés folyamata sajnos beindul. И фибробласт, наша удивительная клетка молодости, és a fibroblaszt a fiatalságú она начинает засыпать. Az elkezd elaludni. Она начинает забывать, как это работать по молодой программе. És elkezdi elfelejteni azt, hogy hogyan kell dolgozni a fiatal programban. И вот смотрите, что происходит. Когда, как я уже сказала, наш матрас упругий, ez ugye, ahogy már említettem, hogy nem szabad akkor jó, hogyha a puha. No, matrasz prosztozott, mi ezt a pillanat? De ugye a matrasz az élet pár évig. Что происходит? И здесь уже неудобно, és aztán elkezd egyre inkább kényelmetlenné válni. Потому что внутренность, mert az belső, как это изнашивается. Igen, a belső része ugye használ. Мы чувствуем дискомфорт. Nem érezzük jól magunkat. А что чувствует наша кожа, что видим мы? És mit lát a bőrünk, és mit érez a bőrünk, és mit látunk? Мы с вами начинаем видеть те самые морщинки. És akkor elkezdjük látni a ráncokat. Очень просто, ну как бы очень простая картинка, но я думаю, что мы теперь понимаем, да, что для нас очень важны коллагеновые, эластиновые волокна, отвечающие за эластичность и грубость, гиалуроновая кислота, которая помогает, и самые главные, ценные для нас клеточки фибробласта. И вот вопрос, если мы с вами говорим о косметических средствах, és egy kérdés, hogyha kozmetikai termékekről beszélünk. Мы с вами понимаем, что с помощью косметических средств мы можем воздействовать на молодость. És tudjuk azt, hogy a szépségünkre, a fiatalságunkra tudunk hatni kozmetikai termékek segítségével. Тем более, если я сейчас вас спрошу, лет 10 был бум косметики с коллагеном, кератином, то есть с белками, потому что эластин и коллаген – это белок. Tehát, hogyha visszaemlékeztek, akkor volt egy olyan időszak, amikor ilyen hatalmas bumként robbant a kollagén, celasztin, ami bete van ezekben a termékekben. És biztos, hogy van köztünk olyan, aki használt is ilyen krémet. És hát ez pontosan azért volt ekkor a bum, mert ugye ez tölti fel a képet. Ibaz morda, hogy szabon összeglászítis, mit effekt szrázol. Hogy látszik rögtön, да? Hogyha érkezés látszik, rögtön a hatékonysága a filmben. No, вопрос. Работает ли эта косметика на наши фибробласты? De hogy ez a kozmetikum, ezek a kozmetikumok, amikről előbb beszéltünk, azok dolgoznak-e a fibrosejtekkel? A давайте разберемся, работает ли или нет. Hát most akkor kiderítjük. Если мы с вами проговорили, что коллаген, эластин – это белок, tehát ugye azt megbeszéltük, hogy a kollagén és elasztin azok fehérjék. Мы теперь с вами как клиенты более экспертные. Most már egy kicsit jobban szakértő. Будем знать, что молекула белка, она реально очень большая. И тудхатьюк можно, хотя фенилиновая молекула, я уже много молекула. И мы знаем, что есть основная функция родового слоя не пропустить ничего лишнего. И что я о первой интеграции золота функцию я сейчас не экзаменат шамби. И получается действие вот тех кремов, которые дают быстрый визуальный результат. И я сука кремом, но не мою эту шляпу элементарно. Она происходит у нас на поверхности кожи. Она по бёрн фэсрин дёрфин. Эти крема не помогают нам синтезировать наш коллаген и эластин. И нам шагитанет как мы синтезируем шам коллагена, как шам эластин. И вот вопрос, тогда что же искать в составе кремов? Я для фэмбера кирпиш, для кумичника. Что же оставили наши фибробласты? Ahhoz, hogy a fibroblasta újra aktivizálja és újra fiatal programban tudjanak működni. A szasztályi krémok, мы должны с вами научиться находить пептиды. Így az egyik legfontosabb, amit a krémek összetevőjének kell keresnünk, azok a peptidek. Így я скажу, даже не важно, на каком в начале или в конце списка состава они будут. Главное, чтобы они там были. И что не важно, потому что я просто перечисляю на самом деле, что я не могу сказать, потому что это важно, чтобы они были.
Потому что пептиды – это короткие цепочки белков. Mert a peptidek azok apró láncszemek a fehérjel sejtekből. Вот чтобы было вам понятно, кто любит или умеет вязать. Ki az, aki szeret кротить? Вот понимаете, да, клубочек. Вот если клубок. Ha egy falakba folyamot veszünk. Размотать. Hogyha kiengedjük ugye. И эту ниточку нарезать на короткие. Zárványunk rövid részecskékre. То именно маленькие аминокислоты, пептиды, они имеют возможность проникать вглубь кожи. A pici részecskék, a pici aminosav részecskék, nekik van lehetőség bejutni a bőr alsó részébe. Pептиды – это информация для нашей кожи. Ezek információk. Именно информация для того, чтобы клетки запускали свои механизмы. És ezek olyan információk, amik az alsó sejteket újra aktivizálják és újra elkezdenek dolgozni. Я не хочу углубляться, но как более глубоко. Nem szeretnék ennél mélyebb információt adni, de... Нам важен именно синтез собственного коллагена и эластина и гиалуроновой кислоты. De az a legfontosabb, ha bőrápolásról beszélünk, hogy a saját hialuronsavunkat, kollagénünket újra elkezdjük aktivizálni. И вот еще раз повторюсь, я думаю, что сейчас, когда вы обладаете этой информацией, вы будете более, так скажем, экспертными клиентами в выборе правильной косметики, которая будет вам всегда давать результат. Én úgy gondolom, hogy azok után, hogy Betán bemutatta nektek ezt a képet, és elmondta a lényegét a felfogásnak, már ti is jobban szakértelemmel fogtok ahhoz viszonyulni, hogy milyen krémet választhatok, és milyen összetevőket keresetek. A теперь я хочу вашему вниманию представить коллекцию, most meg szeretném, hogy bemutatni az egyszerűen, которая сегодня отвечает не только требованиям рынка, можешь нажимать и сейчас переводить. Сейчас. Если у нас слайдов не будет, я и так будет, все скажу. Будет. Коллекция, которая сегодня, так скажем, имеет инновационную формулу. Инновационную формулу, и коллекция называется «Эспиралта Платинум». И что для для кого? Для требовательных клиентов. А зовут нам какие-то для клиентов, которые работают на результат. А зовут нам а зовут нам ваши работники, которые много. И давайте еще наш дальше поговорим. Термика, ты же побеседуем какие-чит. В чем эксклюзивность данной коллекции? Нет эксклюзива за эксперт. Безусловно, еще раз повторюсь, я сама прежде всего клиент. И заходя в магазин, я вижу огромнейший ассортимент косметики. Но сегодня я знаю, что надо искать пептиды. Нужно искать хорошие активные компоненты. Но если я еще буду более экспертной и буду знать инновации, de hogyha még jobban fogok hozzáérteni, és ezt a kocsinálatást tudok, akkor biztos, hogy kapok el. Csak exkluzívnosti spirálti platinum. Ugye térjünk vissza arra, hogy miben exkluzív az egy platinum. Я бы хотела начать с grip ratio. Először is a ratio bombáról szeretném. Его еще называют grip бессмертия. Ugye a ratio bombár az másképp a halhatatlanság bombája. Много веков назад он был доступен только богатым людям. В чем уникальность этого составляющего? Грибрейши является природным источником, грибрейши является источником природного Германии. Природный Германии. Работает на уровне ДНК. ДНК, ДНК, синтез, и
как бы не мутируя, не делая какие-то ненужные вещи. Он заставляет клеточку вспоминать, как это работать по молодой программе. Есть еще очень важный момент. Сегодня косметический рынок – это рынок открытый. Сегодня покупаются различные формулы, сырье, рынок открыт, прозрачен. Очень важно при создании косметического средства понимать причинно-следственную связь. Ну, то есть, если мы хотим с вами поработать над морщинками, мы должны понимать, как этот механизм внутри нас запускается, чтобы найти те активные ингредиенты, которые будут работать на причину. И как следствие мы с вами будем получать хороший результат. И вот грибрейши, он это уникальная составляющая. Во-первых, он произрастает в одном мире, в одном месте мира, это на Алтае. Но то, что я уже сказала, это природный германий, который работает на клеточном уровне. Да, вы нарабите только за вспомнить, как это работать по молодой программе. И это самый мощный антиоксидант. Потому что в своем составе грибрейши имеет супероксид дисмутазу. И это сердце коллекции. А вот теперь давайте поговорим об инновациях. Можешь передать себе инновации? Можно переключить. Смотрите, в чем самый интерес, почему я еще раз говорю, что эта косметика уникальна. Технология молекулы X50. Активные вещества. Упакованы в специальные капсулы. Но они имеют возможность не только проникнуть в дерму, чтобы для нас поработать. У каждой капсулы есть информационный хвостик. Для чего? Сегодня, если мы говорим о косметике, поговорим о современной косметике, что это информационная косметика. Задача которой запустить механизм. И у каждой капсулы молекулы X50 есть свой хвостик, который запрограммирован на адресную доставку. Следующий слайд. То есть, если мы с вами говорим о морщинках и понимаем, что за эту функцию отвечают фибробласты, значит, активные вещества, пептидные комплексы за счет лиганда пойдут именно к фибробластам. Если мы хотим поработать на пигментацию, то эти клетки располагаются здесь. И активное вещество с пептидным комплексом пойдет именно к меланоциту. Если мы хотим с вами результат как ботокс-эффект, то у капсулы будет своя программа, и она пойдет к нервным клеткам. Эспиралта платинум сегодня уникальна, потому что она доносит активные вещества непосредственно тем клеткам, в которой информация заложена, и они, ну, как бы не теряет их по своему пути. Вот
Они тоже, наверное, не пробуют. Я хочу, чтобы вы знали, откуда зародилась эта технология. И что это я могу ответить, если он Возможно, вы слышали, что в Барселоне есть научно-исследовательский центр. Он построен на деньги Европы. И основная задача данного центра – разработать технологию донесения активных веществ к раковым клеткам. Aminek tudjának a kutató központnak az a funkciója, hogy olyan ilyen civilrányos megoldást találjanak, hogy a rákos sejtekhez tudják eljutatni a hatóanyagokat. Чтобы, так скажем, убить раковую клетку, не убивая ничего. Tehát, hogy úgy ölje meg a rákos sejteket az emberben, hogy más sejtek ne Эта технология уже есть. Эта технология уже есть. Но для этой проблематики нужны клинические испытания более длительного срока. Для косметологии нужно 5 лет. 5 лет прошло, и бренды имели возможность эту технологию приобрести. És a márkáknak, a brendeknek volt lehetőségük ezt a technológiát. És Siberian Wellness ezt a technológiát тоже приобрел. És Siberian Wellness ezt a technológiát elsajátította. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что активные компоненты с определенной заданной программой проникают в кожу, они проникают непосредственно к тем клеточкам, куда заложены. Tehát ugye, hogyha arról beszélünk, hogy az aktív hatóanyagokat bejutassuk a bőrbe, a vitrineinkben található aktív hatóanyagok oda fognak kerülni, ahova kell. Én egyetlen, de most prém a bőrbe. Tehát azt látjuk az első szlájdon, hogy ezek a pici molekulák bejutnak a bőr első rétegén, de láthatjuk, hogy mennyire picikék ők, bejutnak utána a sejt közötti állományba, megkeresik a célt, ugye a célsejt receptorjaival kapcsolódik össze. Podajó cignál. Itt ugye már a jelet ad a célnek, és itt meg lebomlanak, ugye, hát ugye a hasznos szállítványt lebontják azon a helyen, ahol legállni. Это инновация. Yeah, и уникальная третья составляющая. Коллоидная платина. Но платину мы, как правило, с вами привыкли видеть в ювелирных изделиях. А здесь мы с вами говорим о красоте. Платина является природным катализатором. Она позволяет нам иметь более мощный, пролонгированный эффект тогда, когда мы с вами заканчиваем использовать косметическую серию. В то же время она нам дает более быстрый результат. И также работает на выработку синтеза. Три инновации, соединенных в одну косметическую линию. А теперь вопрос. Опять возвращаемся. Мы же клиенты. Что может объединять все эти бренды? Кто знает бренд Лапрелив? Подскажите, на рынке Венгрии сколько самый, так скажем, ну, низкая цена данного бренда? Тут у меня менее рабочего бренда. Сколько? 20-30 тысяч. Ну да, то есть если мы говорим, я скажу так, что на территории всего мира, если мы говорим о креме, который антиэйдж, эти крема будут стоить 250 евро и выше. Есть потрясающий бренд Clarins. Косметические средства антиэйдж, они начинаются от 55-60 евро. И есть эспиральная платина, о которой мы сегодня с вами говорим. И у меня есть потрясающие эмоции, которые я увезу с Венгрии. Мы приехали вчера вечером.
Мы остановились в центре города. Мы поставили автомобиль в крытую парковку. Сегодня мы ее оплатили. И я заплатила 7700 форинтов. Каково же было мое изумление, когда я увидела косметическую линию «Спиралка Платина» в каталоге, я увидела, что крем стоит 7435 форинтов. Моя машина сегодня постояла за 2 месяца моей красоты. Это шок. Что же объединяет все эти бренды? Мы с вами говорили, что косметический рынок прозрачный. И во всех этих брендах, неважно какая ценовая политика, они используют молекулу инновацию, молекулу X50. И есть правило, что в активе кремов должен быть 1% активного вещества. И вот теперь вопрос, если я клиент экспертный. Если теперь я даже вам рассказала, что крем стоит по цене одного дня в парковке, вы хотите узнать о данной косметике, которая использует инновационные технологии, лучшие ингредиенты, и которая самое важное дает результат. Целая коллекция по цене одного крема. Давайте посмотрим, что мы можем вам предложить. Помните, я говорила, сейчас зима. Наша кожа испытывает глубочайший стресс. И тогда, когда мы с вами снимаем косметические средства, мы должны за ними уже начать ухаживать. В очищающей коллекции «Спиралка Платина» вы найдете те средства, которые привычны вам. Возможно, вы будете умываться с водой. И тогда мы вам предложим мягкий крем, который снимает все виды муки. Если вы любите мицеллярную воду, она есть в нашей коллекции. А если вы сегодня более продвинуты, и, возможно, уже используете азиатскую систему очищения, то вы точно знаете, что гидрофильное масло – это лучшее, что можно использовать. И оно у нас тоже есть. И эта коллекция, она, еще раз повторюсь, с самого начала, когда вы начинаете даже снимать макияж, она начинает ухаживать за вами. И сейчас вы смотрите, безусловно, после того, как мы сняли макияж, несколько раз в неделю мы должны произвести, ну так скажем, чистку нашего лица. И здесь тоже для привычных вами действий есть средства, которые вам в этом помогут. Изумительный эксфолиант. Потому что когда мы с вами отшелушиваем, самая основная задача данного средства, чтобы гранулки были идеально ровные. Идеально ровные. Чтобы они отшелушили все, что портит нашу красоту, и не нарушили то, что идеально.
Зимой очень часто мы делаем с вами пилинги. Потому что всегда не агрессивно. Но дело в пилинге, мы знаем, да, что это процедура, которая требует потом требовательного ухода за кожей. Нашей коллекции есть пилинг с акао, ну как с фруктовыми кислотами, который каждый день очень мягко шелушивает и дает прекрасный нам внешний вид. Безусловно, когда мы с вами хотим или куда-то собираемся, есть момент, что надо быстро хорошо выглядеть. Tehát, hogyha valóban készülünk, akkor ugye mindenkinek eljön az a pillanat, hogy hirtelen kell jól készülnie. Erre van egy szó, magában a névben már, elmondódik azt, hogy mi a lényeg ennek a maszknak. Prezveszti lifting, egy nagyon gyors lifting, érjünk el a lifting alatt, hogy nagyon szépen teljes. И уникальное средство Tonic Softer. És van egy tök jó. Когда мы с вами мылись, нам очень важно притереть лицо тоником. Для того, чтобы нормализовать pH баланс. Что делает Tonic Softer? Это, кстати, коллекция, тоже пришедшая с Азии. Это же Азия и мультун термик. Вид из чинелю. Во-первых, в составе есть масла. И данное средство получается, как бы раскрывает нашу кожу для ухода вот, косметических средств. И этот термик, и так как мы с вами говорили о либидном балансе, он начинает работать и здесь на восстановление. Сыворотки. Кто пользуется сыворотками? Я думаю, что все мы пробовали. Безусловно. Опять-таки, сыворотка более легкой консистенции для того, чтобы могла проникнуть в глубокие слои кожи и дать более ощутимый результат. Клинически доказано инновационным центром, о котором мы с вами говорили, что увлажняющая сыворотка на 230% увеличивает синтез собственного коллагена. Если мы с вами хотим поработать над морщинками, мы с вами видим другой состав и другие показатели. И, безусловно, интеллектуальный крем. В самом названии заложено это моя любовь. Интеллектуальный крем, чем он уникален? Он работает на 4 вида морщин. Горизонтальные, вертикальные, гусиные лапки. И самые противные для нас, для женщин, это кассетные морщины, которые формируются вокруг кожи. Ну, согласитесь. И так разная любимая наша помада в какой-то период становится нам ненавистной. Хотя пирожку, которую тоже шутили, стараются, и там потом ее стараются приятно. Потому что она начинает затекать именно в эти морщинки. Что делает интеллектуальный крем? Буквально через 2 недели, клинически доказано, кассетные морщины начинают разглаживаться. В составе более 20 активных веществ, работающих на красоту и молодость. Более 20 активных веществ, работающих на красоту. Уникальная консистенция.
Он шикарно впитывается в него, и вы буквально сразу можете наносить. Из этой же коллекции у нас есть интеллектуальная сыворотка. И, возможно, вы уже на слайде прочитали высокомолекулярная гиалуроновая кислота. И сейчас мне скажете, Татьяна, ты только что тут рассказывала про белки. А мы знаем, что высокомолекулярные не проникают. В чем подвох? Высокоинтеллектуальная сыворотка работает моментально. Гиалуроновая кислота, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, скрученная. Липидный комплекс. Она может проникать в неглубокие слои кожи, находит пустоты, раскрывается и выталкивает наши морщинки. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на данное средство. Потому что тогда, когда вы начнете им пользоваться, вы будете очень быстро получать комплименты. Безусловно, кожу нужно защищать. И уходить каждый день. И в данной коллекции мы видим дневной крем. Двух консистенций, более легкий, более плотный. Но не важно, какой вы выберете, вы должны знать, что эти крема обогащены колоссальным количеством пептидных комплексов и активными веществами. И также в этой линии есть тонирующий крем, который придает нам тон. Можно сказать, что относится к декоративной косметике. Но этот крем также несет заботу о нашем коже. Он обладает увлажняющим эффектом и защитой от солнца. Ночная коллекция. Крем ночной. Безусловно, утром и вечером мы с вами пользуемся кремом для глаз. Мы знаем, что очень скоро появятся еще новые косметические средства. Мы ожидаем европейских рынков. Но я хочу вам сказать, Эспералдо Платинум – это уникальная косметическая линия, пептидная косметическая линия, которая в составе своих кремов имеет не только активные вещества, которые работают на нашу молодость. Потому что помню, что рынок косметических средств, он прозрачен, рынок сырья. Сердце коллекции – это грибрейшая. Уникальное, что может быть. Мы добавляем молекулу X50, инновационную технологию. Мы доставляем наши активные вещества по адресу. Состав обогащаем коллоидной платиной для более качественного зеркала. И мы с вами получаем результат. И безусловно, еще раз скажу, как клиент. Мы сегодня узнали с вами информацию. Но я как клиент очень часто выбираю косметические средства еще и по одному поводу. Я ранее сказала, что сегодня клиент хочет приобрести результат за разумные деньги. Но сегодня клиент, он хочет
хочет также получить и эмоциональное наслаждение. De ugyanakkor ugye szeretnék érzelmi, érzelmi boldog pillanatokat kapni. Я хочу, чтобы сегодня тоже получили эмоциональное наслаждение. Szeretném azt, hogy ma ti is egy kicsit átérjétek. Mert a előadáson még érjétek. Вы обязательно подойдите к людям, которые вас пригласили. Вы обязательно попробуйте текстуры данной косметики. И тогда, когда ваши ощущения совпадут с желанием, просто приобретите эту косметику для себя. Мы должны с вами точно знать, что данная косметическая линия не содержит парабенов, фтораматов, то есть никаких вредных, активных веществ. Она не содержит гормонов или гормонозаменяющих веществ. Эта косметическая линия подходит абсолютно всем. И мужчинам, и женщинам. И нашим детям, подросткам. И из данной линии вы всегда можете для всей семьи подобрать свой уход. Но самое главное, наверное, запомните мое выступление, мои эмоции. Это инновационная косметика, которая будет работать на вашу молодость. Стоит один день парковки в центре города. Я хочу вам пожелать, чтобы в преддверии Нового года вы сделали самый классный для себя подарок. Вы позаботились о своей красоте и молодости. Вы начали использовать спиральный платину. И поверьте мне, пройдет буквально чуть-чуть времени. Вы будете получать комплименты. Вы будете знать свой секрет красоты. Я вам предлагаю не скромничать, а начать делиться этим. Потому что то, с чего я начинала, косметические средства – это привычно всем. Когда у меня есть уникальная косметическая линия как инструмент, у меня есть уникальное торговое предложение моим знакомым. Üzleti ajánlatom az ismerőseimnek, amikkel ők meg tudnak tovább oldozni. Будьте красивы сами. Legyetek szépen. И осчастливьте свое окружение. És tegyétek boldogra. А я вас благодарю. Családatokat is. Спасибо большое.